Администрация промышленного района Самары напоминает о целевой программе «Самара социальная». Для инвалидов первой и второй группы одиноко проживающих предусмотрена социальная выплата на ремонт жилого помещения. Ее размер 25 тысяч рублей. Выплаты не положены инвалидам, находящимся на полном гособеспечении, и лицам категории «ребенок-инвалид». На странице администрации указан перечень документов, которые необходимо собрать для постановки на очередь за выплатой. Администрация Красноглинского района Самары в своем телеграм-канале приглашает принять участие в голосовании за номинанта проекта «Точка притяжения». Этот проект направлен на поиск в субъектах Российской Федерации коммерческих и некоммерческих пространств, которые смогут стать площадками для проведения мероприятий Росмолодежи и партнерских организаций. В проекте могут принять участие кафе, лофты, рестораны, коворкинги и другие объекты, за исключением тех, что относятся к государственной и муниципальной собственности. Голосование продлится до 2 апреля. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки поздравляет участницу Великой Отечественной войны Варвару Тимофеевну Зинченко с днем рождения. Ветерану исполнилось 99 лет. В июле 42-го юная Варя добровольцем вступила в ряды действующей армии и была зачислена в состав оперативного общевойскового объединения вооруженных сил СССР. За участие в боевых действиях по защите Сталинграда Варвара Тимофеевна награждена медалью «За оборону Сталинграда». За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны орденом Отечественной войны второй степени, а также многими юбилейными и памятными медалями. Варвара Тимофеевна является членом Совета ветеранов Октябрьского района. Телеканал «Самара ГИС» присоединяется к поздравлениям.